С 20 февраля действуют новые цены на проезд в общественном транспорте. Эта тема стала одной из ключевых на еженедельном совещании в столичной администрации. Какие еще вопросы обсуждались в нашем следующем репортаже? Сегодня практически все перевозчики обеспечили свои маршруты терминалами безналичной оплаты. Исключение 49-е, 51-е и 65-е маршрутки. Работу с теми, кто не установил терминалы, нужно активизировать и начинать с ними расторгать договора. Они нарушают законодательство Чувашской Республики. Изменения ожидаются и в троллейбусном управлении. В целях оптимизации планируют сократить количество рейсов после 23 часов. Выручки с них предприятие практически не имеет, а затрат более чем достаточно. Кроме этого, на совещании обсудили ход строительства 18-этажного жилого дома по улице Петрова, 9. Сегодняшний день замонолично перекрытие 8-го этажа. Ведется монтаж колонн 5-го уровня, это уровень 9-10 этажа. Также армируется диафрагма 9-го этажа и идет полным ходом кладочные работы. 3-4 этаж закончен, начаты работы по кладке 5-го этажа. Но работы идут с отставанием от графика на несколько месяцев. Глава столичной администрации потребовал ускорить темпы строительства и сдать дом до конца года. Еще один вопрос – работы питейных заведений, которые создают множество неудобств жителям города. Борьба ведется, ужесточается законодательство, организуются проверки. В Чебоксарах из 72 осталось 60. Если с точки зрения закона мы не можем их закрыть, то еще раз повторяю, задача обеспечить безопасность путем как минимум установки видеокамер снаружи и внутри. И люди, которые посещают это кафе, уже понимают, что нужно вести себя правильно, не нарушать общественный порядок. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.